Приветствую вас, друзья. Значит, программный продукт не требует какого-то специального оборудования, техники. То есть она работает через удаленный доступ, через интернет. То есть вы просто забиваете taxi2020.ru, заходите сюда, проводите регистрацию. Регистрируетесь, исполняете регистрацию. И у вас появится кнопочка для оплаты. Для оплаты оплачиваете, и, соответственно, у вас вот эти все красненькие замочки, то есть они у вас откроются, будут зелененькие. Вот. А когда вы зарегистрируетесь, у вас появится демо-доступ, где часть, вот видите, вот здесь вот такие зеленые замочки появятся, и будет больше. Больше можете видеть все схемы. Ну, практически все схемы, там где-то около 50-60 схем в свободном доступе.